Региональный Роспотребнадзор сообщает, что показатель заболеваемости ОРВИ в регионе на прошлой неделе составил на 3,6% меньше, чем на предыдущей. В медучреждение обратился 3861 человек, из них 1366 в областном центре. Снижение заболеваемости зафиксировали во всех возрастных группах, кроме детей от 3 до 6 лет. Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области провел 196 исследований. Среди положительных находок – респираторные инфекции, риновирусы. Заболеваний гриппом не выявлено. Как сообщают в мэрии, перед новым учебным годом дорожные рабочие обновляют и ремонтируют искусственные неровности около школы и детсадов Владимира. Во вторник специалисты работали у школы номер 34 и гимназии номер 35 на улице Комиссарова. До Дня знаний планируют обновить лежачих полицейских у 21 и 8 школ на Мира, 19 и 25 на Горького, школы номер 1 в центре на Дворянской и около лицея номер 14 на перекрестке Златовратского и Герцена. Параллельно дорожники приводят в порядок знаки и разметку. На автодороге Лемешки-Оргтруд завершился ремонт. Как сообщают в правительстве области, на участке движения длиной 4 километра подрядчик устроил выравнивающие верхние слои покрытия. Отремонтировал 11 остановочных павильонов и подходы к ним. Установил бортовой камень и нанес дорожную разметку. Автодорога связывает село Лемешки Суздальского района и микрорайон Оргтруд города Владимира. В нем живут более 5000 человек. По участку проходят маршруты регулярных автобусных сообщений. В учебное время возят школьников. Дорогу местного значения отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Всего в этом году планируют привести в порядок более 147 километров региональных, межмуниципальных и местных участков движения. Жительница Юрьев-Польского района примет участие во всероссийском конкурсе доярок. Соревноваться в мастерстве будут операторы машинного доения коров. Владимирская область представит доярка с предприятия села Шахабалово Евгения Майорова. Она уже победила в региональных соревнованиях, а теперь отправится в Нижний Новгород. Там пройдет 28-й всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Соревнования проводятся с 16 по 19 августа. Конкурс пройдет в 4 этапа. Сначала участники продемонстрируют теоретические знания. Затем покажут навык разборки и сборки доильного автомата. Также конкурсантам предстоит санитарная подготовка животного и работа в доильном зале. Победителей определят в разных номинациях в зависимости от возраста и опыта работы.